Иосиф Пригожин накинулся на критиков Меладзе. В последнее время Валерий Меладзе предпочитает не появляться на официальных мероприятиях. Поклонники видят его лишь во время редких корпоративных выступлений. Например, в октябре певец вместе с Иваном Ургантом зажигал на частном концерте в Ташкенте, а недавно выступал у блогера Лерчик. Иосиф Пригожин считает, что публика и некоторые коллеги зря негативно относятся к 57-летнему Валерию Меладзе. По словам продюсера, музыкант не заслужил критики. Не делал шокирующих заявлений, не отказывался от родины и имеет полное право выступать за рубежом с теми, с кем пожелает. Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе – гражданин России. Нельзя всем рты затыкать, у одного своя точка зрения, у третьего – другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение, возмутился 53-летний Пригожин. Продюсер уверен, артисты, которые настроены против России, уже перебрались за границу и собираются связать свою жизнь с иностранной публикой. Однако Меладзе, по словам Иосифа Игоревича, вернулся и воздерживается от опрометчивых комментариев в современной политической обстановке. К тому же, Пригожин призвал объединиться в трудные времена и помочь тем, кто покинул родину. Конечно, если они сами захотят вернуться.